Больничный по телефону может вернуться в Германии. Медики говорят, что простудных и легких коронавирусных заболеваний стало слишком много этим летом. Но зачастую пациентам приходится приходить в больницу без крайней необходимости с медицинской точки зрения. Глава немецкой ассоциации врачей общей практики Ульрих Вайгельд назвал отсутствие больничного по телефону настоящей неприятностью для врачей и пациентов. По его словам, больничный на несколько дней возможен и после удаленной консультации. Крупнейший немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn готовит новый масштабный проект. Компания запланировала ближайшие несколько лет соединить 13 европейских мегаполисов в один маршрут, по которому будет курсировать ночной поезд. Это будет современный поезд, который объединяет в себе скорость, комфорт и современные технологии. Путешествовать на нем ночью пассажиры могут в четырехместных многофункциональных купе повышенного комфорта со стационарными кроватями. В поезд можно взять велосипеды. К другим темам. В Германии растет количество долгожителей, и сейчас количество жителей в возрасте старше 100 лет самое большое за последние 10 лет. Большинство долгожителей в стране – это женщины. По словам экспертов, это так потому, что они часто работают на менее травмоопасных и вредных для здоровья работах. Тем не менее, количество мужчин-долгожителей за последние 10 лет также постоянно растет. Если в 2011 году их было 13%, то в 2021 году уже почти 20%. Необычная акция проходит в одной из пивоварен Мюнхена. Там меняют пиво на масло, которое стало дефицитным в последнее время. Так посетители заведения могут рассчитаться за хмельной напиток подсолнечным или рапсовым маслом вместо евро. Они получат одинаковое количество напитков взамен. Таким образом, можно выменять пинту или две пива на бутылку обычного масла, в зависимости от объема бутылки. С начала акции пивоварня собрала уже 230 литров масла, а гости получили столько же пива. Но цель состоит в том, чтобы обменять 500 литров. Тогда заведение будет обеспечено маслом до конца года.